Находки и поместьях первых лиц государства. В гости к бывшим руководителям страны уже несколько дней стремятся попасть тысячи людей. Речь о жилище Януковича под Киевом, его дачах в Ивано-Франковской области и Крыму. Также доступна для рядовых граждан стала собственность бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. Ошеломительно не только невиданная роскошь, в которой жили чиновники высшего ранга, но и документы, которые попали в руки бойцов самообороны и журналистов. К примеру, у президента нашли якобы ведомости с перечнем взяток для чиновников, досье на журналистов и политиков, а у генпрокурора документы, из которых следует, руководство страны хотело вводить чрезвычайное положение из-за Майдана. В Межигорье по инициативе парламента уже началась инвентаризация. Инвентаризацию уже начали. Когда она закончится, непонятно, потому что инвентаризировать очень много чего есть. В доме, насколько я знаю, начали, плюс серьезно занимаются документами, которые нашли и подняли с Киевского моря. Я думаю, мы еще не все нашли. Думаю, тут еще очень много под землей находится.